Выходные язычники отметили Камоедицу. Этот праздник еще с древних времен символизирует наступление весны. В этот день славяне пекли блины и угощали ими проснувшихся от зимней спячки медведей, которых называли комами. Отсюда и известная поговорка «Первый блин комом». Подробнее о славянской масленице расскажет наш позитивный корреспондент Надежда Баско. Мы находимся в Парке Победы, и сегодня здесь проходит необычная масленица. Блинов здесь не ожидается, но зато здесь нас ждет очень много всего интересного. Спешим. Привет, улитка. Видите, какая она? Это даже усы больше. Это молодая, это, походу, мудрая какая-то попалась. Мудрая. Блондинка. Вот, сейчас прям меня закоптит. Ой, вы тогда и загорелые будете. Ой, так здорово. Эта весенняя кузница меня просто манит. Еще? Такой классный гвоздь я сделала своими руками. Вот этими, да? Да, вот этими руками и вот этими молоточками. На этой масленице запоздалой можно сделать деньги. Раз, два. 150 рублей. Меня силы покинули. Я все-таки помогу. Не, я лучше сама. Пусть мне будет сложно, но я трудностей не боюсь. Все, сейчас будет. Главное, не по ноге. Опа! Может, еще раз? Опа, еще раз. Чтобы наверняка. О, подождите. Отковырнуть надо. А что делать с 1 000 000 рублей? К сегодняшнему празднику. Что у вас представлено? Это керамические шаржи. Это как такие прототипы наших друзей. Ой, ну такие у них у всех глаза одинаковые, я заметила. На выкат. Ой, какие у вас шапочки, я только заметила. Ой, так здорово! А можно на меня, допустим, еще что-нибудь одеть, и я буду вообще в полном комплекте. А что это у вас здесь такое? Это жаворонки прилетели сегодня. Прости, птичка, я не изверг, но я откушу тебе голову. И у вас там кое-что появится. Ну, какой праздник-то мы попали? Ну, для этого нужно прочитать учебник 3 класса «Окружающий мир», 153 страница. Там написано, что славяне праздновали масленицу, окончание масленицы, на день весеннего равноденствия. Какой у него костюм интересный. Может, он задумал чего? Вы не медведь? Не-не-не, скорее скоморох. Ой, вот теперь да, заметно. Ну, на самом деле, я не знаю, насколько заметно, я скоморохов не видела. Кто вы? Я? А баран? Вы кем хотите, чтобы я был? Баран, наверное. Вы кто? Зубастик? Я в свите Мары. Кто? В свите Мары. Темной богини зимы. Сегодня мы будем отстаивать ее права. Какая у вас чучело-то грудастая. Каково тебе быть сожженной дважды в этом году? Мне кажется, ей привычно. Прямо сейчас вот на ее на костер и подожгут, и прям будет пылать она. Масленица по славянским традициям подошла к концу и забрала с собой зиму. А значит, нас ждут весенние теплые солнечные деньки. А с вами была Надежда Москов. Специально для РЕН-ТВ Саратов.